Всем привет! Сегодня мы будем слушать Никоглая Камбэк. Друзья мои, напоминаю вам, что мы есть на Рутубе, если что. Максим есть на Дзене. Я есть в Литресе. Я написала книгу и выложила ее на Литрес. И надеюсь, что вы поможете мне ее распространить. Скачивайте, читайте, советуйте друзьям, пишите свою точку зрения. Можете в Литресе, можете у меня. Ставьте мне пятерочки, и будет вам всем счастье. Итак, Никоглай камбэк. Вот сразу такая музыка пошла неплохая. Влетел с двух ног, видят Колян. Это камбэк и шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Влетел с двух ног, видят Колян. Это камбэк и шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. О мой бог, это мой год. Разъебал всех, это было легко. Нахуй контракт, я иду на рекорд. Да накрутил твою суку на бок. Я прямо в онлайне отжарил игру. Вы много пиздите, но цифры не врут. В карманах бумага и это мой пруф. Моя новая хата, слышь, это мой труд. Влетел с двух ног, видят Колян. Это камбэк и шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Влетел с двух ног, видят Колян. Это камбэк и шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Сливаем фу, для тебя это пиз. Для меня это повод называть тебя крысой. Дай дальше за мной, дай дальше огрызок. Коля дал трафик, Коля дал чиз. Мои гномы со мной, мы устроим гэнг-бэнг. Мои ебало, как дорогой бренд. Твич, каждый мой шаг, это новый контент. Все лезут на твич, я задал этот тренд. Влетел с двух ног, видят Колян. Это камбэк и шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Влетел с двух ног, видят Колян. Это камбэк и шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Ой, вы знаете, вот я этих выпердёжников ненавижу. Ну, не могу сказать, что ненавижу, но не люблю. Я вот вообще не люблю такой. Вроде мотивчик такой начался, думал, ну все, все хорошо. Но было все плохо. Ну, в смысле, бывало и хуже, но выше тройки из пяти никак. Просто вот, понимаете, я все время надеюсь, что вот такие треки, они все-таки должны уйти в прошлое. Но они никак не уходят. Вот этот смысл, я такой хороший, и вообще я круче всех. Вот этот стиль, ну вот я не знаю. И мотивчик однообразный, хотя началось все многообещающе. Ну, я понимаю, что вот Никоглай, он же у нас не рэпер, да? Он кто? Он там этот, да? Ну, да. Блогер. Этот. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, что вот сидел бы он там, где он сидит, и дальше не лез. Ну, не его это. Ну, если бы и лез, бывают такие, которые более-менее прилично читают. Даже опять Илюшку Мазелова возьми, да? Он же тоже блогер, правильно, Максим? Ну, на 50%-то все-таки поет. Ну да, но вот я хочу сказать, что его творчество, ну то, которое приличное, и Никоглая вот рядом не стояло. Поэтому троечка выше, ну никак. Всем пока. Наоборот, Никоглаевская ты имела в виду по сравнению с Мазеловым? Хуже. Ну да, только ты сказал, как будто Мазелова хуже. Да? Ну ладно.